Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, а также капитан Очевидность. Ракути, братья. Красавчик. Сегодня вы увидите игру команды Indie Head против команды Los Indeicos. И я думаю, что этот матч, как и прошлый, войдет в историю. Ну, в крайнем случае, нет. Так или иначе, приятного вам просмотра. Компания «Дитак Нокка» представляет тот самый редкий случай, или как Ракутаген нормально сыграл. Round one. Fight. Ну давай, Ракутаген, просьба к тебе, если в минус сыграешь, то хотя бы не в глубокий. Кэп, скажи мне, а ты ставки, кстати, делал? Ну, делал. На нас поставил? Нет, на них. Пидор. Благодарю, взаимно. Я вот специально сейчас буду потеть, чтобы ты нифига не заработал, понял? Да не будет такого. Получится. Бомба их убит. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Сочно! Я прикручу. О, да. Да! Давайте, ребята, давайте. Хотя бы один возьмем, потом легче пойдет. Я дым даю. Да ну не надо блочить, пожалуйста. Постоянно дым блочат, почему так? Колян, вставай. Вставай, братишка. Команда противника. Красава, Колян. Все нормально, я резну. Купидон, давай. Попытка номер два. Гни, братишка, гни. Давай. Не, походу Габелла. Никакой Габелла, я сейчас Купидона опять резну, он нагнется их, вот увидишь. Эта машина, главное, чтобы она поймала вкус нагиба и тогда сразу идет. Давай, Купи. Давай, с третьего раза по-любому получится. Эх, сука. Да. Да ладно, насрать, чай, я просто, я сейчас... Идут! Враг уничтожил всех наших бойцов. Да нет, блин, давай нагибать уже! Ракутаген по месту прописки. Нормально, мне нравится эта позиция. Не твое дело, где моя прописка. Главное, что это работает. Есть кто-то на широкой. Здравствуйте. Вот так. Ну получается же, получается, Кэп, блин. Давай, вот так вот. Молодцы, ребята! Пешка, а ты в курсе, что ты долбанный стилер? Ничего я не стилер, блин! Я случайно убил! Че ты думаешь, я бы сознательно у Маши враг отнял? Да нам нет, конечно. Нам удалось обезвредить бомбу. Что? Мышеловка захлопнулась! Ха-ха-ха, да! Вот так. Тихо. Давай! Команда противника. Куда ты нахрен бежишь? Там уже дыма нет. Давай. Да, он так же делает, блин, он просек фишку. Команда противника. Молодцы, ребята. Ну, блин, мы начинаем тащить. Давай, Машенька. Бомба потеряна. Даблкил, детка. Эх, чуть-чуть. Пожалуйста, давай, Купи. Купи, красава, лучший. Купи, давай, гни. Так, извините. Да. Замес вот тут где-то. Бомба взята. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Headshot. Э,
headshot, baby, you got owned. С почином, Рачина. Благодарю, Зарина, давай. Ну, тут как бы полномочия, все. Что вообще происходит, Ракутагин? Когда ты вообще играть-то научился? Кэп. И, дорогие зрители, это анубисы с ложки. Простите, что? Ты что, не знаешь, что ли? Нет. Вот то, что киберкотлеты рассказывают обычно там, ну, страты, короче, трени, праки. Ребята, все неправда. Это для отвода глаз. На самом деле, они вот по чесноку, они анубисы гоняют. С ложку анубис гоняешь. Если много гоняешь, у тебя потихоньку реальный скилл вырабатывает. Прям настоящий. И реально вот они часами просто, днями, выходными, все время катают. И от этого такое развивается, Тагин, что просто... Вот пиздец. Честно, ты такой отбитый. Да. Да хрен его знает, везет просто, сука. Я не знаю, как это работает. Бля, больно. Блин, на единицу. Ну, пожалуйста, Слытуха, ты там это... Слытух сейчас там... Бля, убили? Как так-то? Бля, они нас обдурили, честно говоря. Это хреново. Ребята, нет. Как же Машу-то поднять, а? Или убить, или поднять. Эх, мама. Давай, вот так вот. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Эх. Непонятно. Во! Надо отрубаться. Бля, мы выиграли, охренеть. Бомба. Это просто охренеть. Мы выиграли. Ракутагин, брат, я, конечно, за вас болел, но ты не обижайся. Если честно, я думаю, вы 2-0 сольете. Я ничего страшного. Я тоже так думал. Серьезно? Да. Я тоже так думал, блин, после вчерашнего что-то веры не было. Но мы собрались и хотели просто показать все, на что способны. Ладно, вторая игра впереди. Раунд 2. Файт. Молодцы, ребята, давайте, это можно взять. Не лезь вперед, команды. Я разберусь, Кэп, знаю все. Так, отлично, дабл килл. Ребятки, давайте. Лучший, просто красавцы сегодня. Ты идиот, бой сзади. Я знаю, Кэп. Эх, мама. Давай. Да, эх, ну, бывает. Да не ссы ты, задолбал. Я не ссу, я ловлю момент. Вот он. Так, отлично, отлично! Бля, я один остался. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай-ка это. Подъем, давай. Сука. Не мешайтесь, не надо так делать. Пошел вон, не трогай моих. Эх, бля. Сука, да. Да, блин, не вот! Ты чё творишь, бро? Да, сука, не ваншот, я, сука, всех нагнём. Давайте, пожалуйста, ребятки, давайте. Молодцы! Игрок с бомбой убит. Вот так вот. Я иду, ребята. Я с вами. Да-да-да, спина. Ребята, вы вообще, вы просто, я вас обожаю. Установлено. Так. Врага. Давайте на тоненького. Я иду. Я не боюсь. Вот оно, как оказывается. Хитро, молодец, Лего. Сука, сплинтер варфейса. Да пофиг, главное, что работает, сука. Че это такое? Бля, чуть не убил меня. Егор, блин. Ты мне сердечный приступ тогда ставишь. Молодцы, молодцы! Давайте, пацаны, давай! Я дал минус! Давайте, пожалуйста, красавчики мои, мои, лучшие мои, давай! Машенька, Машенька, я в тебя верю, я знаю! Ты лучшая, Маша, давай! Маша и Кубидон, блин, эти должны справиться, давай, 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 давай! А кто бы не справился? Я бы не справился, неважно, главное, что они справятся. Давай. Эх, блин! Машенька, только... От дефа аккуратно! Чики-брики! Чики-брики! Эй, да,
Бабки, сука, наша лучшая просто! Красава! Просто красава! Похлопаем, да. Вообще, такого еще не было. Такого не было. Это просто супер. Ну, Ракутагин удивил всех. Даже меня. Ну, понятное дело, если бы не Килтек, такого результата не было бы и близко. Вряд ли бы ты даже сыграл в плюс. Но все-таки, вот в твоем возрасте, в твоих все? Условиях, с твоими руками, даже это просто, это невероятно. С какими руками? У меня руки прямые. В каком возрасте? Я в самом расцвете сил. И при чем тут Килтек, сука? Все на донат валите. Кэп, вот просто молчи честно. Вот что бы ты сейчас ни сказал, как говорится, хейтеры, сосать. Я заслуженный MVP киберспорта Warface, детка. 2 hours later. Holy shit. Ну вот и все, товарищ заслуженный MVP Warface. Все, что нужно было, это просто катануть обычный РМ. И ваш ЧСВ снова на нормальном уровне. И кстати, с возвращением тебя, агент 3-4. Все, сука, ты договорился.